И когда я изверилась, сникла, устала, и на чудо надеяться перестала. Позвонил человек из далекой страны и сказал человек: «Вы мне очень нужны». И сказал человек: «Я без вас не могу». За окном закружились дома на снегу, дрогнул пол, покачнулись четыре стены. Человек повторил: «Вы мне очень нужны». Этот голос с акцентом, замедленный, низкий, а потом бормотание телефонистки: «Почему вы молчите? Москва, почему? Отвечайте, алло». Что ответить ему? Что давно я изверилась, сникла, устала, что на чудо надеяться перестала. Ничего не хочу, никого не виню, что в остывшей золе не воскреснуть огню. Только вслух разве вымолвишь эти слова? И молчала, молчала, молчала Москва.